Итак, привет всем. Сегодня, короче, хочу заценить мою карту. В общем, смотрите, здесь есть машины такие новые, да, революционные. У карты очень большая перспектива, значит. Сейчас вот мы работаем над ней. Вот, как вы можете видеть, есть приборная панель. Крутится руль довольно плавно. Спидометр работает. Индикатор бензина. Вот, то есть как в реальной машине все работает. Двери открываются, закрываются. Соответственно, слышите звуки, да, открывание, закрывание. Вот, допустим, КамАЗ, да. Допустим, все эти машины, они были импортированы из Армы 2. То есть, ну, знаете, да, там DZ, Арма 2. Вот. Значит, там еще есть много очень машин, которых можно импортнуть. Включая вертолеты, танки. Но это мы как подумаем, да. И тоже импортнем, если найдем применение к этим машинам. Но пока что единственное применение, которое я вижу, это делать кооперативные карты. Или что-то вроде DZ карты. Вот. Машины работают на ура. Управление просто замечательное. Лучше, чем в самой даже DZ. Реально. То есть, вы можете видеть, спидометр работает. Единственное, что... Он может неправильно показывать скорость поначалу, да, но это мы откалибруем все в дальнейшем, значит, в будущем. Есть также ручник. То есть, ну, на правую кнопку мыши он нажимается, машина останавливается. Тоже как-нибудь потом переделаем на другую кнопку. Вот. Ну, пока он так работает, не очень хорошо. Вот. Как выходит из машины, сразу она останавливается, автоматически на ручник ставится. Также вот в этом КамАЗе есть, значит, сзади сиденье, на которое можно сесть. Все вот эти вот места можно занять. То есть здесь максимум, ну, 10 человек может сесть. Даже больше, 11, включая водителя. Также у нас есть радио. Радио сейчас включу. Просто на приборной панели кнопка. На дискотеку. Вот. Как можете видеть, бензин тоже работает. Сейчас мы будем ехать, он начнет тратиться. Это вот одна из новых способностей карты, так сказать, да, возможностей, особенностей. Вот. КамАЗ едет 80 км в час. Ну, в принципе, я считаю, что этот спидометр почти правильно работает. Вот видите, бензин уже кончается. Ну, для теста, разумеется, мы сделали, что бензин, как бы, ну, мало. Ну, как бы вместительность бак очень маленькая для теста. Сейчас он кончится, и у нас газ пропадет. Все, машина не газует. Сигналка на центр руля. Метимся, нажимаем Е. Это сигналка. Выходить из машин нужно метиться на дверь, да, прицеливаться, и нажимать тоже Е. Бля, короче, меня... Свет вырубили резко. Все вырубилось нахрен, короче. Комп вырубился вообще, блин, все закрашилось. А, в общем, так, сейчас посмотрим, сколько бензина здесь, да? Полный бак. Ну, ладно, я не буду сейчас тратить, у меня впадло. В общем, вот как он заливается, просто подходит сюда, жмете. Осуществляется такая вот заливка бензина, да, из канистры. Разумеется, потом мы сделаем, что эту канистру нужно искать, подбирать на Е, подходить сюда. Вот. То есть, вот такая вот карта, да? Значит, пишите в комментариях свои идеи. То есть, что вы хотите предложить? Может, у вас есть какая-то идея, где эти машины можно использовать? Ну, например, там, не знаю, может, какую-то гонку хотите сделать или игру дальнобойщики, да, в контре. Это все возможно, реально. Просто у меня у самого идеи до хрена. А вот какую выбрать, я не знаю. Это определит голосование. Ну вот, в принципе, и все. Ну, короче, всем пока.